Подача. Защитник. Удар сходу. И 2-1. Шикарный гол. Халимончик отдавал неплохую передачу. Матяш с мячом может простреливать. Прострел есть. Удар поворотом. Блокирует его защитник. И удар Левковца. И забивает Андрей Левковец. 2-0. Бабич. Заброс штрафную. Надо бить поворотом. Левковец. Удар поворотом. Мяч в ворота. Третий мяч. Друзья мои, ну сотню мы просто с вами обязаны проходить в таком матче. И атака от Арсенала. Прострел. Забивай. Забивает. 4-3. Болел, поэтому сегодня отсутствует. Вот я еще удивился. Почему он не находится на тренерском мосте?